перелетел. Вот это можно уже хуярить. Но только далековато. А там достать его можно. Дякуль, попробуйте подойдите к берегу. Я там... Да я в болотник дойду. Он как раз на той стороне сидит. Самец там сидит, и здесь самец. Нет, это этот, который второй прилетел. Сейчас полетит, полетит. Нет, прыгнул просто. Летит, летит, летит. К тому сел, сука, к тому сел. Вон он прямо. Тоже перепрыгну. Один клюет, ходит, что-то второй к нему подкрадывается. Летит к нам летит, вот он. Тихо, тихо. Второй перелетел, дальше пошел. На этой же сидел. Дякуль, вон сзади еще один полетел. Короче, ребятки, вот здесь вот. Пока я рябчика искал, дядька стрельнул, что вот здесь вот, вот за вот этой вот хуйнюшкой, там, короче, бобер нырнул, пока я искал прямо вот здесь вот на берегу. Рябчика искал минут 10 и нашел. Короче, вот видели же, может быть, что я стрелял, дядька. Он вот сюда вот залетел, да? Самец рябка. Вот он. Заебись, ему досталось. Все, конец отчета. Короче, дядька куда-то ушел. Дальше туда, вверх, по течению. Смотреть бобришку. Я вот здесь вот стою. Дерябчика заебенили. А он как раз вот, вот тут вот был. На этой стороне вот здесь вот был. Да. А вон дядька идет. Хуярит дядька. Короче, аккумулятора на 1,5 часа хватает. Холодно. Такие вот дела. Сейчас еще подманю. Короче, 3 рябчика здесь было, это 100%. Вон сел. На землю сел, Дякуль, вот так. Вон побежал. Вон он побежал, вон на земле. Вон на земле запихтый. Кто? Рябчик. Да ёб твою мать. Ну вон, ну вон отсюда. Нашел, да вон на бугре сидит. Нашел. Там бобер, ёб твою. Да стреляйте в рябчика, чё? Вон побежал. Чё, его зря подсвистел, что ли? Вы его видели? Вон он сидит как раз вот. Вот так вот, где это кончается. На он. Земле? Да, толстая, где осина, он там сел. Вы увидели его?
Он спрыгнул, этот парень. Далеко? Да метров 10. Вот сразу за пригорком. Вот эта осинка свалена, он с нее спрыгнул. Вот здесь, смотрите, вниз. Где-то Ну вот здесь где-то у него норы и бобра должны быть. Вон, видите, тоже погрызы были. Сильно погрызы. Где? А? Он, походу, туда убежал. Тут диаколь глубоко будет. Сейчас стойте. А, или вы перешагнете? Тут нихуя себе. Глубина диаколь. Глубина, во. Пол сапога. Переход. Вот он, лазер был. Мы решили подняться по речке выше, посмотреть бобразавра. Два крикоша полетели, на круг хуярят. Увернули, вон.
Пошли далеко. А, это она так оборачивает. Я думаю, дьяколь, он не ушел вверх. А? Вниз, в смысле, вверх не ушел. Думаю, нам надо подняться, идти обратно и туда это. Подойти, где мы его видели сейчас. А? А, ну может быть, ну. В принципе, я только в том месте видел их всегда. А здесь как бы не было. Здесь вот она типа как русло. Будет. Без разлива. Сильно не шевелитесь резко. Ебыкс еще по одному. Снайпер. Дяхан валит и направо, и налево самцов рябчиков. Отсвистел я не в манок, а ротом. Вот один. А вот второй, ребята. Вот они. Дай бог не последние. Это в болото идет, дьяколь. Нам надо наверх выйти.